Игра спецоперации Чарли, операция «Хватай и беги» на ветеране. Цель миссии – забрать разведданные и попасть в точку эвакуации. В этой миссии мы впервые встретим джиггернаутов. Это усиленные бойцы, которые бегают с М240 пулеметом и очень сложно убиваются. Сейчас покажем на примере. Миссия довольно-таки сложная. Хотя по описанию она с средней сложностью. Но враги здесь прячутся в самых разнообразных местах, поэтому найти их будет очень сложно. Но я постараюсь все-таки меч пройти. Даже несмотря на то, что я играю уже который миссию без напарника. Но ничего. Так, начинаем. У нас есть М4 с прицелом и гранатометом подствольным. И есть интервейшн. Значит, первое правило интервейшн мы над миссией вообще не меняем, вообще никогда. Он нам очень нужен. Второе. Берем любое оружие из этих, которые здесь есть. Я возьму скораж тепловизора. И самое первое. Кто активируется время, я показываю, как мы делаем. Заходим сюда, вот прячемся. И ждем врага. Какого? Мы ждем джиггернаута. По-моему, можно услышать, что он идет. Вот он. Как видите, уже 5 пуль ушло. Вот, только 5 пуль мы убили. Обычно джиггернаут выбегает вот оттуда, с того прохода. Видите, как получилось, сейчас он все равно пришел с этого прохода. Значит, дальше. Берем скораж. Начинаем проверять территорию. Теперь проверяем наш тыл, вот ту сторону. В общем, там сидит врага 2-3. Скажу сразу, используйте любое укрытие на этой территории, любое. Это очень важно. Главное, это наш тыл. Который, если не будет очистить, то, в общем, нам помешает. Врага. Дайфин очень помогает. Логики тыл кажется чистым. Потом пробуем немножечко пострелять. Ригерю еще раз. Находится просто в самых разнообразных местах. От кустов, да, вот таких вот мест между окон, личными балками, просто везде. Вот. Единственное, вам посоветую, это патроны экономить, потому что здесь не будет никаких ящиков с патронами и так далее. Поэтому экономьте. Как видите, аккуратно за каждое укрытие прячемся. Так, хорошо. Не делаем рывков резких, все аккуратно, с чувством, с толком, с установкой. И, естественно, используйте свой радар. Потому что здесь я не думаю, что вы будете часто видеть врагов этих развалинах. Вот, есть тут 3 прохода. Справа, по центру и слева. Я пойду слева. Мне так удобнее.
Вот наш тыл, про который я говорил. Он хромает. Вот они, как сказать, первые проблемы в тылу. Использую это прикрытие. Вот как я говорил, враги находятся просто повсюду. От балок до окон. Патрон можно брать какие-то из двух похожих оружий. То есть я вообще только что подобрал патроны с карашем. Тут будь аккуратнее. Для меня эта миссия будет долгая, поскольку я играю ее один. Но мне какие-то мне очень задачу делать легче, это датчик, это тепловизор. Слышно, я пока, как видите, пока не использую. Здесь нет джиггернаутов. Обязательно помним про тыл. Обязательно. Вот мы забираем разведданные. Да, крупные силы это... Это джиггернауты. Вы, наверное, уже поняли. И поэтому сейчас я остановлю игру и скажу, что будет дальше. И последствия возможны. Сколько миссия может быть даже не пройдена. Что-то, как видите, ну, там впереди силы противников различные. Джиггернауты даже сидят. Вот, что мы делаем? Мы пока всех тут убиваем. То есть мы убиваем, кто здесь находится враги, вон там. Даже взять как наш скараж. Как удобнее. Сейчас я краски скажу про ту основу игры, которую я говорил, что я игру остановлю и расскажу. Дальше, когда я спущу на землю, появится еще несколько отрядов. Вместе с ними сзади меня появится два джиггернаута. Два. Значит, как я могу сделать? Либо я буду сидеть день здесь, от всех отстреливаться, что мало вероятно одному. Либо я пытаюсь просто пробежать. Вот, сзади меня уже появился джиггернаут. Сейчас пытаюсь побежать по точке эвакуации. Только у точки мало врагов. 2, 3, 4. Главное просто бежать до цели. Сейчас попробую так и сделать. Сейчас надо бежать, отстреливаться.
Сейчас нам понадобится как раз наш дробовик. Но тут, вы знаете, у нас его нет сейчас дробовика. Вот, я добежал. Это очень хорошо. Один из проходов. Если играть одному. Потому что не тиран. С напарником, если играть, то можно сидеть за бочками и стрелять из интервейшена по джиггернаутам. Вдвоем вы убьете их спокойно. Вот и все. Спасибо.